Привет, народ. Снова мы в ресторане, и не поверите, на обед шведский стол. Мы не хотели уже снимать, думала, может, какой-то шорт сниму. То есть вчера было три блюда, а сегодня шведский стол. Я думаю, что вы опоздали вчера, поэтому у вас такое мешает. Прям такое меню создали, да? Ну ладно, а теперь посмотрим, чем кормят на все включено в салоне в прекрасном отеле. Hello. Люди приятные. Ну что, вообще уже Наташа прям... Это три томата, я такого не ела. Я думала, это маракуйя. А, это три томата. Подожди, вон же маракуйя. Или это маракуйя? Нет, вот маракуйя. Это три томата, а это маракуйя. Боже, а вон смотри, какое. Мама. Что это такое вообще? Что это за чудо такое? Карамель. Кешью. Карамелизированное кешью. Вот это да. И всякие вкусняшки. О, все, я возьму по-любому. Сейчас ребята отойдут. Так, ну дайте ж подснять-то. Ну я туда и не туда. Ну что ж такое? Так, это апельсиновый мусс. И вот такая штучка тоже есть. А теперь кардамоновый пудинг и это. Теперь кардамоновый. То было цинамоновый. Подожди, стой. Ну как вчера мы ели. Надо я думаю, а, будет. Ага. Стоп, тоже попробуем. Ребята, за да, что? За что? Мы просто это... Лучше просто было бы блюдо. Супчик и что-то еще. А ну, крем-шампиньон. Да ты что? Ну, оба. Тогда я буду, наверное, крем-шампиньон. Давай пока все покажем. Ну, булочки, наверное. Булочки. О, Лёдик, тебе не надо на палец? Я палец прищемила. Лэм. А это из ягненка. Ну, честно, хочется вот все-таки шампиньоны. Вот так неожиданно попали на шведский стол. Что-то это, да ты что, да ты что? Не, я не думаю, что они прям меню создали вчера, вот так вот. Мы опаздывали, они напечатали нам меню и еще варианты. Томатный, морковка и ананас. Прикольная, кстати, тема, можно сделать сконсервированного ананасика. Салат такой, греческий. И огуречный салат. Огурчиковый. О, рис с ананасом, а что-то и с томатами, добавили. Я думаю. Нет, перец. Кто не видел, что это? Цукини это. Цукини, вермишелька вкусная, кстати. Вчера ела, мне понравилось. О, с томатом. Ой, пататис. Как картофелька. Ага, честно, ребята, надеемся на ваши лайки, потому что мы постоянно пробуем, вам показываем, а хочется самим поесть. Едим, конечно. Толпа такая прям. Так, что это такое? Ну, это тут индийское блюдо популярно. Значит, какой-то лентиль карри, лепешечки. Алу. Капсикум это перец. Да. А алу это алу, видимо, не знаю. А там что-то жареное, смотрю. Так, бред, крам, фиш. О, фиш. А, там рыбка. Не, я не скажу, куда я выложу. Потому что скажешь удалить. Ну, ну. И митбол. А, котлетка. Ага, котлетки. Ну, все, надо идти. Все, давай. Я супчик, давай сразу супчик. Да, давай. Потом это. И сразу покушаем супчик. Я буду машрум, грибы. Я буду грибы. Так, я хочу еще и показать вам снова. Это все-таки круто. А чувак такой хитрый, а куда выложите? А давайте заплатите мне сейчас. Так я тебе и сказала, куда я это выложу. Попал в это все. Вышел в общественное место, все. Ну, чувак такой, а куда вы это выложите? Сейчас тебе расскажу, куда я это выложу. Я просто так говорил, я уже знаю этот тон, типа, а смотрите видео. Но нет. Можем премьер-министр. А я его даже, по-моему, лицо не сняла. Ну, не знаю, мне все равно. Все, тебе типа, сколько? Ну, вешай на себя бейдж. Еще один, можно? Вешайте бейдж, не снимайте меня. А то будет, как в росте в трамвае сидел, потом не снимайте меня. Не, я возмущаюсь, потому что, ну, действительно, очень тяжело стирать и вырезать. Раньше это делала, а сейчас не буду, потому что есть закон. Вы попали в камеру в общественном месте или сразу предупреждаете, или нет. Ну ладно, я уж вам сильно натрындела, просто пожаловалась. Вот, ну вообще идем вкусноту пробовать. Наталенька, Саванна, супчик ты взяла лэм, да? Угу. Нормально. Ну как это, как бульончик я тут немножко вообще, нормально. То есть супчики здесь в порядке, хороши. Мне очень хочется попробовать реально сладости. Там просто уже так напекли, так наготовили, что это какой-то кайф. Три томата я хочу попробовать. Мы же никогда не ели три томата. Три томата мы только сок пили. Да? Да, по-моему, покупали в прошлом году в Карифоре, а в этом году там соком нет, и я расстроилась. Рассказывайте.
Ну, супчик классный. Мне очень нравится. Вообще здесь супчики классно готовят. Что вчера были с ягненком, что вчера вечером. С бифом был? Ужине... Или с ягненком? Каким ягненком? Это у меня сейчас. По-моему, лайм был тоже. Нет, биф. Или с бифом. Биф. Биф. Мы же еще почему не взяли сказала, это, да. Бургер не хочет. Бургер, потому что типа биф-биф. Вчера тыквенный пробовала, тоже классно. Ну, супчик, сейчас, знаете, такой перетертый, но не совсем клевый. Он такой кремово-жидкий, классный вообще. Это для желудка то, что нужно. Ну, особенно в Африке. Ну, смотрите, прям саванна и мое блюдо, что я взяла. Котлетки, греческий салат, огурчики, оливки и вермишельку с перцем. Вот. Такой обед. Наташа, ну, ох. что берем с такой тяжестью закрываешь уже. О, хорошо, ты так молодец. Будет интересно. Ну, попробуй. Я вот два шарика мясных взяла. Но рыбка тоже будет интересна. Что за рыбка? Мясных два всего? Ну, да, два. Поставила уже здесь. Какие-то звуки странные, похрюкивания. Ну, может, это и не слон, может, это и не гиена, не знаю. Ну ничего, покушаем, потом же это выезд все-таки. Да. Надо что, иметь силы, чтобы бежать от животных. Мне кажется, наоборот, когда ты все съешь, у тебя сил нет. Ну, у нас еще полтора часа отдыха, и потом бежать. А салатик, идем, я еще салатик возьму. Рыбки, да? Ну, поскольку Наташу больше, ей пробовать. Вы еще как салатик же ты меня взяла? Все время это... Не-не-не-не-не. Любишь. Все время я это, как больше. Это, наоборот, контент продвигаю. У нас такой красивый ключик. Так, Наташа снова понюхала лайфхак, а потом попробовала. Это рыбка? Это рыбка. Классная? Достойное рыбище. Достойное рыбище. Это классно. Это просто как какое-то уже, как какое-то крылатое выражение. Беленькое. Нормально, без косточек вроде. Ну, я люблю мясо. Так что... Рыбка. Угу. Теперь попробуем лентил, который все разобрали. Да, уже прямо... мало оставалось. Ну, я не брала, я не захотела. Как пахнет. Почему-то в этот раз я нацелила на сладости. Да, стакан, да. Что, класс, класс, класс. А он острый? Сейчас попробую. Не. Нормальный вообще. Угу. Такой. Классный, слушай. Вообще. Так. Это штучка такая. Лепешечка. Угу. Там пури было написано. Пури. Да, пури? Пури, да. Пури. Прикольно. Она с чем-то? С чем-то, с чем-то. А, угу. Я думала, с чем-то. Не знаю, может, специи. Так, что-то я взяла. Какой-то вот этот вот перец. Ну, тут, по-моему, все. Это салатик или картошка с салатиком? Не-не-не, это печеный. Ну, печеные овощи там лежали. Ага. Все, я поняла. Угу. По-моему, должно картошка быть вкусно. Картошка вкусная, да? Угу. Картошка не в какой-то специи делает, видно, что она желтая, нет, а даже... другая нет, картошка. Нет, специи такое, может, куркума, то такое, а именно сам вкус-то. То есть, знаешь, как картошка, просто в Кении вкусная, да? Так что, биф прекрасно пахнет. Биф, потому что было написано просто, meatballs, шарики мяса. Ну, если мит, это... Мит, это биф. Это не лэм. Ни ягненок, ни баран. Шикарно. Биф вкусный, ну, хорошо, что я две взяла, отлично. Покушаю спокойненько по себе. Пареные овощи. Ну, пареные овощи, это вообще хорошо. Сколько? О, салат вчера был. Вчера был этот греческий салат. Это все, что не доели вчера в меню. Помните, был греческий салат? Думаешь, ну, прекрасно. Сейчас доедим. Думаешь, как-то происходит иначе? Нет, конечно. Все шутишь, тем более сегодня очень мало людей. Нет, это вот компания и несколько пар. Угу. И все. Угу. Ну, человек 30? Да, человек 30 в отеле. Вообще индивидуально получается. Ну, по сути. Это считаю, хорошо. Перчик чили взяла. Покажи, перчик чили. Попробуешь? Нет, я думала, посмотрю. Отложишь. Не, я сюда его сошкребаю в сторону. Сейчас будет. Ой-ой-ой, ну вода, если что, воду взяли из номера. Кстати, здесь напитки можно приобрести за отдельную цену, и соки, и алкоголь. Все коктейли, есть. Коктейли, кофе какое-то специфическое. Кстати, кофе есть, и потом в конце мы кофе попьем или чаек. Чили вообще нормальный. Я не знаю, сколько надо съесть, чтобы было такое прямо. Короче, давай ешь.
Так, друзья, накидали лайков, пожалуйста, написали комментов. С нами поели обязательно. Вот эта вкусняшка должна быть. Я поем, и потом покажем сладкое. Сейчас буду рассказывать, но ветер дует, я же оделась, может, вам не слышно. Так, что взяла? Оранжевый мусс, пирог с кардамоном, хорошо его пропитала, угрильяжек такой и дерево, 3 томата. Дерево? Вот он какой. Фрукт. Фрукт. А ну да. Томатное дерево же переводится. Не 3 томата, не 3 штуки, а 3 томата. Красивый. 3 это дерево. Так, как его есть, я не знаю. Не знаю, я думаю, что в серединку, типа, может, ложечка? Может, вилочка? Да, какую-то ягоду. Ягоду? Сначала, когда я начала кусать, он как томат, да. Да ты шо? После вкуса, наверное, что-то между паричкой и черной смородиной. А аромат какой? Пахнет крыжовником, это крыжовник. А ну, понюхай, стойте, погоди, я покажу. А ну, Наталенька, давай. Да ешь. Вот сейчас вот такое после вкуса такого, вот сейчас немножко кисленький крыжовничек. Да, крыжовник. Ну, давай ты. А чё я? Ну, откуси. А за что сейчас я? А как я откушу его? На, новый тебе. Ну что? Да, я там как-то не справлюсь. Так, наверное, нужно уже доколупывать ложечку. А варенье варят с него? Да, вдруг оно раз и брызнет на кофточку. Реально это? Пахнет крыжовником, по вкусу я не могу понять. Ну, я ж не попробую. Я простартовала, сначала был томат, потом опять смородина. Потом крыжовник. Обалдеть. Ну тоже это шкурка ж не это, оно не естся. Прикольно, так как и в маракуйке шкура не естся. Грильяжик, который я еле его цепила. Он такой твердый уже, мне кажется, что... А с чего это? С кешью? Ого, с кешью. Ого, это дорого. Ух, зубки мои, берегитесь. Мягкие. Мягкие? Капец. Такого мягкого грильяжа еще не видела. Еще тебе принесу. Вкусные. Ну конечно. Ну кешью, слышишь? Кешью дорогой орех. Вкусно. Прожаренные. Кайф. Просто. Гуляш наслаждение. Можно еще взять. И про сладости я редко говорю. Ну да, так. Кстати. Вчера это с корицей было, сегодня с кардамончиком. Ну, прикольно. Смотрим сейчас. Кардамон чувствуется вообще. Да ты что? Вкусно. А мне кажется, вот этот крем вчера пропитать был немного другой. Может и нет? Но нужно, конечно... Или... Нужно пропитывать, но, конечно, я больше люблю корицу, чем кардамон. По вкусу. Класс, класс, класс. Прикольно. И последняя. Мусса здесь вкусная. Угу. Вчера вот этот тропический. Чем больше муссов, тем они вкуснее. Мы пробовали шоколадный, потом ты пробовала какой-то. Тропический, но он как был... Тропический вообще кайф. Такое это впечатление, оранж. Это яблочко было с корицей. Я самый маленький еще выбрала, чтобы точно доесть. А, яблоко с корицей, значит, то было ананас, между прочим. И что это? Еще не раз пробовала. И, кстати, вот этот шоколад очень вкусный. Дай покажу. Как оранжевый... Апельсин. Как апельсиновое желе. Не, ну оранж, да. Как апельсиновая желешка. Ну, давай тебе сразу дам, будешь знать. Не хочу. Здрасте, я по-любому возьму. Господи, ты же не хочешь. Не-не-не, я... Не надо меня вот это дурить. Фух, вот народ. Этими... Ну вот, шведу я сниму короткий шорт, просто обед, основное блюдо выложу. А тут шведский стул. О, да. Это кайф. Что я могу сказать? Это кайф, это природа, кайф. Отель классный. Ой, надеюсь, у вас были с собой вкусняшки. Приятного аппетита.